утро четверга. Ночь, в принципе, прошла более-менее нормально. Был ветер, конечно, был дождь, вот как сейчас, но это еще не пик. Говорят, что самое страшное будет то, что вода поднимется. У нас уже... Сейчас подойду. Ой, дождь. У нас уже, вон, смотрите, видите, вода подошла на нижнюю часть. И сегодня будет самый большой шторм. Вот, и сейчас по телевизору говорили, чтобы все уходили оттуда, где можно затопить. Зона A, да, это flooding, это либо рядом с водой, как мы, либо просто где низкие улицы, которые затопляются очень быстро. Говорят людям, что нужно эвакуироваться в обязательном порядке. Но мы никуда не идем. У нас все-таки трехэтажный дом. Вон принцесса опять у нас появилась. Уже второй день у нас принцесса в доме. Так, вот Питер пошел поднимать лодку еще выше и больше ее привязывать. Вот так это все будет выглядеть. У нас сейчас дождь, мокро, холодно. Такая вот гламурная флоридская жизнь. Видите, вот так он привязывает. Это вот самое высокое, как он может поднять лодку от воды, чтобы, ну, вообще, да, наш лифт, наш подъемник, не знаю, лифт так и называется, наверное. Настолько он может поднять лодку. Вот у нас джетки тоже весь привязанный и поднятый. Интересно, его помощь нужна? Но вроде не просил. Питер сейчас будет жарить рыбу, потому что мы боимся, если отключат свет, чтобы у нас не было много сырой еды всякой, которую нужно замораживать. Вот. Так что мы сейчас быстренько скушаем эту рыбку. А заодно я вам показываю, как он нам готовит рыбу. У нас вот одно из блюд для детей, для взрослых. Это просто пожарить рыбку на сливочном масле со специями. Вот, и детки любят, и мы. Потом можно какой-нибудь салатик сбоку. Good morning! Вот у нас утро, завтрак. Все едят, что хотят. У Маркуса блинчик. У Полиночки был блинчик, она его не доедает. И рыбку уже кушает. Ну, Маркус, ну, некрасиво так, не надо. Угу. И у Омы один и тот же завтрак. Анна-Мари, can you tell my viewers, what are you eating every single morning? I eat always the same. One slice bread with cheese, one slice bread with ham, and one with something sweet marmalade. У нее каждое утро один и тот же завтрак. Это хлеб с сыром, хлеб с маслом с вареньем и хлеб с... And what with ham, you said? With ham. Did you have a ham today? No, I had no ham today. Oh, because we don't have a ham. Mm. With cream cheese. Ага, можно с крем-чизом иногда. И кофе. У нее сладкий кофе. Такой растворимый. Вот так вот. Вот такой у нее секрет долгожителя. This is your secret of the long life, right? Every day the same breakfast at the same time. Вот там наши соседи свалили и оставили лодку непривязанную. Видите, если она сойдет с рельс, если поднимется вода сильно, и она сойдет с рельс, она может начать просто плавать, где хочет, да, и во что угодно врезаться. Поэтому вот у меня Питер прям-таки перелез через забор. Ну, а что делать? Он постучался, конечно, перелез через забор и пошел привязывать их лодку, чтобы она никуда не летела. Я не знаю, как давно он не был дома. Как бы многие люди, в принципе, эвакуируются, да, уезжают. Но вот, вот так вот они оставили вообще не привязанную, подняли над водой ничего. Вот сравните, как низко их лодка, да, сидит, и вот наша. Понимаете разницу? Вот это
мое, видно. Не мое. Сейчас мы поднимемся, малыш. Мы папу ждем. Не, еще нету дождя. Еще нету дождя. Смотрите, что происходит? Они, наверное, осматривают эрию. Военные траки просто проехали. Смотрите, вот это хороший пример того, как закрывать окна. И вот эти чтобы держать воду. Вот, как бы баррикада такая вот от дома, чтобы не затопило. Мы опять вышли погулять, не сидит нам дома. А, точно. Точно, да, уже немножко. Ну нет, это не так сильно на самом деле. Вот улица вполне сухая. Дома целый день вообще не просто, поэтому вот развлекаемся как можем, уже и погуляли, и полепили, и порисовали, и посмотрели Frozen всей семьей. Вот сейчас вот детки в ванной, а у нас за окном начинается, точнее продолжается, но сейчас у нас 4 часа дня, а сказали по новостям, что самый пик урагана будет с 7 до 12 вечера. Так что вот так. Давайте посмотрим, что там. Что там за окном? Вода уже через дом идет. Ну не через дом, через яд. Ой, бедная птичка. Вот там все дороги затопило. Все дороги затопило. Вай-вай-вай. Вот смотрите, соседи уже покупают. That boat would already be loose. Yeah, the waves kind of like
covering. Well, this is the first time our pool got flooded. Да, это первый раз у нас такое, чтобы до бассейна доходила вода. Are you gonna go on the balcony? No, I'm going downstairs. Don't go on the balcony, it's too windy there. Okay. Ох, вот такие порывы ветра. Мы ожидаем, что отключится свет в любой момент, поэтому... Well, our neighbors already have a water inside, that's for sure. We need to... Oh. Короче, у нас вода заходит в дом. Да, дорогой, нас топит, нас топит. Oh my goodness! Вот так мы пытаемся баррикадироваться. Конечно! It's like we can swim in вот there. Вода уже подошла. It's like we can swim in Все, there, что Mom. Есть, мы используем, Mom, чтобы... Why? Oh my God, look at the boat. Vera? Can I see the boat? We have to get all the carpets from all the floors and bring them here. Смотрите, это у нас гараж. Mom, the гараж. Inside gets... Ой! What? Ага. Even our garage is flooded? Да, да. Even our shoes are in a flooded area? Все, да, вон. Everything is flooded, even those toys? Even that? Да, дорогой. Even that dollar? Even this dollar bill? Да. My shoe? Девки, бабы. Вам весело, да? Сейчас... Зай, у нас hurricane, видишь? Yeah, hurricane... У нас никогда так не затапливало. Сколько мы the здесь живем? Три года? Три с половиной года? Никогда вода так близко не подходила. Even the pool is flooded. Конечно! Mom, пипец, Mom, просто пипец. Короче, машины затапливают. Вон у соседа очень-очень уже глубоко становится. Это вообще нас никогда так не затапливало. Я стою на той стороне, где ветер блокируется, поэтому я спокойно могу стоять, в принципе, и наблюдать. Vera, you have to make like a blockade. I'm saving the drywall, Peter. What a blockade? You can't block it really. Okay. Ну вот и все. 7 вечера, света нет. Хорошо, дети успели посмотреть телевизор в удовольствие. Давайте посмотрим, что там. На улице опять. По идее, 7 вечера должно быть high tide, когда самая высокая вода, да? И должно быть самое такое страшное время. Будем надеяться, что скоро вода будет отходить. Потому что, ну куда уже, куда больше воды-то? Куда уже больше воды? Посмотрите, у нас там... Видите, как уже все под водой. Триздец.
Деткам весело, они играют со светом. Все, одно сплошное озеро. Озеро. Можно лодку брать, и каяк брать, можно и плыть. Смотрите, у соседа джетски отплывает. Мы вот думаем, заплывет в бассейн или нет. Видите? Заплывет бассейн или нет? Потом еще сниму. Хотя достаточно высоко. Питер сказал, что достаточно высоко стояла. Вот сбилась. Час ночи. Я хочу вам кое-что показать. Пиздец. Дальше не хочу идти, потому что так уже эта грязная вода расходится по дому. Смотрите, у нас лодка сошла с рельс. Что будет? Вот. И вода, кстати, уходит. Она была выше. Она была где-то вот посюда. Вода уходит. До этого вообще не было видно бассейна. Сейчас уже можем видеть бассейн. А? Я. The deck, yeah. Так, да, уже вода уходит. Была вот посюда, и здесь было три ступеньки было покрыто. Такое ощущение, что конвенции. Вот там вот по этой штучке, вот даже вот эту черную, по этой стену, она тоже в этом все была вода. То есть сейчас уже вода отходит. Oh, it's actually catching so good on the camera. Wow. Look how phosphorescent. Phosphorescent? Yes, phosphorescent. Look at it. Did you see it? Yeah, I'm trying to see it. No, I need to come closer. And look on top of the dock, how it aligns. You see it? Ага, это вот то, ради чего мы ходили недавно на пляж, чтобы посмотреть. Светящиеся волны. Это микроорганизмы какие-то, которые подсвечивают волны. Ого! Well, now we saw it.